14 июля глава Дагестана Владимир Абдуалиевич Васильев в режиме видеоконференц-связи провел совещание по вопросам текущей ситуации с коронавирусом в республике, где были обсуждены ход мероприятий готовности ко второму этапу снятия ограничительных мер. В работе совещания принял участие глава Хасавюртовского района Джамбулат Салаов. Открывая совещание, Владимир Васильев отметил, что в целом ситуация с коронавирусом в республике спокойная, наблюдается устойчивая тенденция к ее снижению. Необходимо постепенно входить в режим последующего этапа снятия ограничительных мер. В свою очередь, обзорную информацию по сложившейся ситуации предоставил руководитель Роспотребнадзора по Республике Дагестан Николай Павлов, а также было отмечено о динамике снижения количества заболеваемых. В частности, главный санитарный врач Дагестана отметил возросшее количество свободных коек, учитывая положительную динамику эпидпроцесса и достижение в Дагестане основных показателей для перехода ко второму этапу, было рекомендовано начать соответствующую подготовку к работе объектов розничной торговли непродовольственными товарами, детским образовательным учреждениям всех форм собственности, организациям дополнительного образования при условии прохождения лабораторного обследования сотрудниками, а также организациям высшего и среднего профессионального образования в рамках работы приемных комиссий. В продолжение темы также выступила первый заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева. С информацией также выступили председатель правительства Республики Дагестан Артем Сдунов, первый заместитель председателя правительства Анатолий Карибов, руководитель Минтуризма Республики Дагестан Расул Ибрагимов, главы некоторых городов и районов республики.